Такой рецепт вы точно возьмете себе на заметку. Готовим вкуснейшие оладьи с яблоком. Для начала выливаем 0,5 литра теплого молока. Далее добавляем 0,5 чайной ложечки соли. Добавляем 4 столовые ложки сахара. Одиннадцать грамм дрожжей. Одно яйцо. И начинаем постепенно добавлять примерно 400-450 грамм муки. И начинаем размешивать. Мешаем тщательно, чтобы не было комочков. Готово! Накрываем крышкой и даем постоять 30 минут. Пока тесто настаивается, мы берем 3 яблока и начинаем их чистить. Почистили. Разрезаем яблочки на 4 части, удаляем сердцевинку. Готово! И нарезаем яблочки как можно мельче. Прошло 30 минут, тесто подошло. Добавляем в тесто яблоки, которые мы нарезали. Перемешиваем. Стараемся тщательно перемешать до однородной массы. Готово! Перемешали и оставляем еще на 20 минут. Наливаем в сковороду масло. Масло наливаем столько, чтобы оно покрывало дно сковороды. Ставим на газ. Масло разогрелось, заодно смочили ложку масла. Тесто поднялось, начинаем выкладывать наши оладушки. Обжарив с одной стороны, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Готово! Выкладываем. И продолжаем в том же духе. В процессе жарки оладьев тесто не перемешиваем, а постепенно черпаем сверху. И в конце у нас получились вкуснейшие оладьи с яблоком. Помимо того, что из такого теста получаются вкусные оладьи, так при добавлении яблока в тесто вкус оладьев становится еще более насыщенным и разнообразным. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также напишите в комментариях свой рецепт любимых оладьев. Всем приятного аппетита и до новых встреч!